В это время уже появился первый клиент, которого поздравили и поблагодарили представители компании. Перерезав символическую ленточку, ее представители дали начало работе автозаправочной станции. Эта автозаправочная станция, по словам представителей компании, вторая в Западно-Казахстанской области. Первая в мае этого года была введена в эксплуатацию в городе Уральск. Наша компания является одной из ведущих компаний в области поставок ГСМ. Компания имеет более 170 АЗС по всей территории РК. Данная заправка является АЗС нового формата, то есть она современная, по самым современным меркам была построена. Имеет 4 ТРК и к реализации представлено 3 вида топлива. Поздравляем всех жителей Аксая с возможностью заправиться качественным топливом. К слову, самый популярный у нас бензин марки АИ-92 имеет на Синойл две колонки – 92 и 92+. Как объяснил нам Рашид Дауров, в будущем они планируют завозить эко-стандарт Евро-5. Дополнительная колонка АИ-92+ предназначена для этих целей. Одна из ведущих компаний в области поставок и реализации ГСМ по Казахстану – Синойл – придерживается принципа поставок качественных нефтепродуктов, поэтому работает только с крупными и известными нефтеперерабатывающими заводами из Атырау, Павлодара и Шымкента. Автозаправочная станция построена по европейским стандартам, оборудование производства Германии. На момент открытия автозаправочная станция полностью оснащена и работает в полном режиме. Мы очень хорошо представлены в крупных городах, в Актобе, в Чимкенте, в Алмате, в Астане. То есть на все знают, это уже признанный бренд, республиканский бренд. Весь рабочий персонал, заправщики, кассиры, менеджера, управляющие полностью уже. В целом по АЗС общее количество сотрудников около 15 сотрудников. Операторское стандартное оборудование необходимо для того, чтобы клиент мог осуществить мини-закупку. Есть у нас действует мини-маркеты, есть зона отдыха, где клиент может выпить кофе, отдохнуть, перекуситься бургерами, хот-догами. Лозунг компании «Синойл» – «Энергия в гармонии с экологией». Компания серьезно рассматривает свои обязательства по осуществлению своей деятельности с надлежащим отношением к окружающей среде, здоровью и безопасности людей. В планах на 2019 год у ТО «Синойл» ввести в эксплуатацию еще от 3 до 5 автозаправочных станций в Западном Казахстане. В целом по Казахстану более 170 автозаправочных станций компании «Синойл». Майя Амирова, Тимур Толебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».